шептал несчастный человек. «Поговори со мною, Бог!» Листва шумит ему в ответ, но он тот шум не признает. «Ты говори со мною, Бог!» Гроза и молния в ответ, раскатом грома душу рвет. Не понимает человек. «Дай мне увидеть образ твой на небе!» Вспыхнула звезда. Не наблюдает за звездой, под ноги смотрит, как всегда. Мне чудо Боже покажи, родился новый человек, оплот от истинной любви, но для него сюрприза нет. Всевышний, покажи, что есть, слегка дотронься до меня, и не успел комарик сесть, как он пришлепнул комара. Бог там, где вера есть в него, где ощущают чудеса, кто не нашел его еще, есть проводник у вас, душа.